Каждый из нас хоть раз задумывался о своей судьбе, о том, что жизнь сложна, и мы не готовы к трудностям, которые встают у нас на пути. Но поверьте мне на слово, ваша жизнь будет казаться неимоверно легкой по сравнению с судьбой мальчика, историю которого я вам сейчас поведаю. Так начинается книга «Овраг во тьме», которую написал 11-классник Никита Лобусев. Его произведение о людях в Великую Отечественную войну. Замысел возник около года назад. Полгода потребовалось на сбор информации и написание книги. Сейчас в школе номер 18 он вместе с друзьями проводит презентацию своей повести. По словам автора, книга художественная, но основана на реальных историях, которые удалось найти в школьном архиве и по рассказам родственников. Мой прадед пошел на войну. В поле боя ему попал снаряд, и 5 осколков прилетело ему в руку. Я не застал его, но его история дошла до меня от дедушки и от папы. В рассказе проведена параллель. Главные герои книги – дети войны, которые помогали восстанавливать страну после трагических событий. Их живые прототипы – ветераны-блокадники, которые на встрече, не сдерживая эмоций, рассказали о трудностях, с которыми пришлось столкнуться даже после окончания войны. И наше детство прошло в холоде, голоде, нищете и даже после войны. Наши родители... Одни умерли, а другие, значит, уже жизнь прожили не так, как хотели, а как она складывалась. На презентацию книги пришли и члены движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Татьяна Панина – куратор федерального проекта «Историческая память», который реализуют в Химках уже третий год. Мы по всем школам городского округа Химки проводили уроки исторической памяти, связанные либо с блокадой Ленинграда, либо с обороной Москвы, либо Сталинградской битвой. В данной школе мы также проводили подобные уроки. И когда мы получили недавно информацию о том, что ученик 11 класса написал книгу в истории о том, что какие-то его мысли беспокоили, и это прекрасно. Общественники отметили, что с радостью помогут в продвижении этой книги. Но главное – это инициатива, которую проявили ребята. Сейчас время возможностей. И только вам, молодежи, самим лично, своим решением, своим сердцем, принимать те решения, куда вы идете, в каком направлении, чем вам заниматься. Я часто сейчас сталкиваюсь с молодыми людьми, которые... Вот их поистину можно назвать лидерами. Сейчас книга «Овраг во тьме» отдана в издательство. Ее уже можно приобрести в электронном и печатном вариантах в интернет-магазинах.